Смотрите сегодня вечером в программе «Автопатруль». Первый февральский снегопад во Владивостоке и его первые автожертвы. В районе Зеленого угла столкнулись два автомобиля. Одной из причин аварии стал мобильный телефон. На улице Бородинска в канализационном колодце нашли труп мужчины. Работники ближайшей автомойки опознали в нем своего бывшего коллегу. Предупреждение. Данная программа содержит сцены курения. Минздрав Российской Федерации предупреждает. Курение опасно для вашего здоровья. Первый февральский снегопад во Владивостоке и его первые автожертвы. Снег начался около 9 утра. Интенсивность осадков менялась каждые полчаса. Отметили до легкой пороши. Первые жертвы появились уже в обед. ДТП произошло на проспекте 100 лет Владивостока, 24. Недалеко от Верхней Молодежной пешеходный переход. На месте аварии работает экипаж дорожно-патрульной службы. Подъезжает машина скорой помощи. Как оказывается, в ДТП есть пострадавшие. Травмы не смертельны, но для более тщательного обследования через несколько минут девушку увезут с места аварии в тысячеколечную больницу. На месте происшествия остается водитель автомобиля, по вине которого все и случилось. Водитель на Nissan Марс сбил девушку. Девушке 28 лет. Ее только что увезла карета скорой помощи, потому что девушка пострадала, ушибла колено о зеркало заднего вида автомобиля. Водитель признается, что он не справился с управлением на скользкой дороге, поэтому сбил человека прямо на зебре. А девушка всего лишь навсего хотела перейти дорогу по зебре к автобусной остановке. Добиться какого-либо вразумительного ответа от водителя Nissan не удалось. Более того, обстановку накаляет его нервная пассажирка, которая враждебно настроена по отношению к съемочной группе. Рулевой легковушки признался, что причина ДТП – снегопад. Если бы дорога была не такая скользкая, то он мог бы вовремя затормозить. Теперь водителю Nissan придется в сопровождении сотрудника госавтоинспекции проследовать на КНД. Далее ему предстоит неприятная беседа в отделе дознания полиции. На Борисенко рейсовый автобус прижался к седану Toyota Corolla. Или наоборот. ДТП с участием двух автомобилей серьезно осложняет движение по улице Борисенко, еще и потому, что один из попавших в аварию автомобилей из категории габаритных. Однако главная причина возникшей пробки не только в этом. Никто из водителей аварийных авто категорически не желает признавать свою вину в случившемся. Я с пассажиром с вокзала ехал до Акатова. Да вот, легковушка не уступил или как куда-то спешил. Вот и произошло ДТП. Кто, по вашему мнению, прав, кто виноват? Я прав, он виноват. Сами видите. Версия владельца Toyota Corolla отличается от озвученной лишь определением виновника. Все это приводит к тому, что водители упорно ждут ГИБДД, создавая серьезные проблемы другим водителям, вынужденным буквально просачиваться по узкой улице Борисенко, объезжая аварийное авто по встречной полосе. При том, что повреждения транспортных средств, даже по мнению самих владельцев, смехотворны. И в этом с ними полностью соглашается прибывший наряд ДПС. После быстрого осмотра места аварии и еще более краткого совещания выносится вердикт. Его никто и не думает оспаривать. Я принял решение. Виноват? Легковой. После такого скорого и справедливого суда пострадавшему немедленно выплатили отступные – целую 1000 рублей. Эта куча денег удовлетворила всех и позволила виновнику и жертве спокойно разъехаться. Не понадобилась даже помощь аварийного комиссара. По адресу Борисенко, 10/7, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей и автобуса – это Toyota Corolla. Toyota Corolla обгонял автобус и совершилось с ним столкновение. Страховые полиса нормальные. У участников ДТП, разошлись они на месте мирным путем в 1000 рублей. Бермудский треугольник возле стадиона «Строитель» собирает новые жертвы. На этот раз ими стали Mitsubishi Lancer и Toyota Premio. Автомобиль Toyota Premio под управлением молодого мужчины движется в сторону Молодежной. Седан идет по главной и беспокоится водителю вроде как и не о чем. Но только не в этом заколдованном месте.
в чем он немедленно убеждается, стоит его машине въехать на опасный перекресток. Я двигался со стороны Фирсова, в сторону Луговой ехал, двигался по главной полосе, меня пропустила машина, ну как она начала движение, потом остановилась, я проехал, как мне в бок влетел такси Максим. Водитель напавшего на премию Лансера и не думает запираться, тем более, что его вина очевидна и подтверждается присутствием необходимого дорожного знака. Треугольник «Уступи дорогу» ясно указывает на порядок и последовательность проезда этого перекрестка, который водитель таксомотора нарушил. Выезжали со второстепенной из-под моста. Слева от меня двигался еще один автомобиль. Он начал движение, как бы, я закрывая СИМ, тоже начал движение. Он резко остановился, пропуская Toyota Premia, двигающийся по главной, а я не успел затормозить. В итоге происходит такое. Судя по повреждениям аварийных авто, их скорости в момент столкновения были немалыми. Так, у нарушителя Лансера основательно помята передняя часть, машина лишилась фрагмента кузова, еще больше досталось его оппоненту. По словам владельца Toyota Premia, серьезно деформированы обе правые двери седана, принявшие на себя весь удар. Он не сомневается, что их придется менять. Плюс править кузов и восстанавливать оптику. Люди в аварии не пострадали, при том, что удар пришелся праворукой Toyota в водительскую сторону. И будь скорость Лансера еще выше, без помощи скорой, возможно, и не обошлось бы. Но этого не случилось. На месте ДТП приступили к работе сотрудники ГИБДД. Телефон автопатруля 20-16-00. В районе Зеленого угла столкнулись два автомобиля. Одной из причин аварии стал мобильный телефон. Район Зеленого угла славится ДТП. В основном аварии происходят на перекрестке улиц Адмирала Юмашева, Адмирала Кузнецова, Нейбута. А сегодня дорожно-транспортное происшествие случилось, как говорится, на ровном месте – в нескольких метрах от злосчастного перекрестка на светофоре перед пешеходным переходом. Здесь встречаются автомобили Honda Accord и Toyota Caldina. До момента столкновения обе машины едут в одном направлении, с Нейбута в сторону Баляева. Honda впереди, сзади Toyota. Как утверждает водитель Caldina, который совершил столкновение с притормозившим Honda Accord, зазвонил телефон, жена, он отвлекся, пока искал телефон, голову поднял, ну и уже не успел остановиться. В итоге Caldina влетает в заднюю часть Toyota. От удара у автомобиля надламывается задний бампер, благо не отваливается. Хозяин машины расстроен. Кулачный бой своему оппоненту не устраивает. Вышел водитель черной иномарки. Сказал, бывает смешно, и все. Угу. Вышел водитель белой иномарки. Ну, естественно, огорчение. Угу. Ну, потом решать начали вопросы. Все, больше ничего. А решают так. Хозяин Honda подсчитывает, во сколько обойдется ремонт его авто, учитывая, что автомобиль 2003 года выпуска и рыночная стоимость деталей машины немаленькая. Приходит к выводу, что итоговая сумма значительно превысит 50 тысяч рублей. Поэтому отказывается от оформления европротокола и предлагает своему оппоненту обратиться к сотрудникам ГИБДД. Водитель Caldina покорно соглашается. Сотрудники госавтоинспекции незамедлительно прибывают на место аварии и приступают к ее оформлению по всем правилам. Виновником этого ДТП, по всей вероятности, признают хозяина Toyota Caldina. Дорожные полицейские напомнят ему пункт правил ПДД, который он нарушил. Далее в программе. На улице Бородинска в канализационном колодце нашли труп мужчины. Работники ближайшей автомойки опознали в нем своего бывшего коллегу. Две «Тойоты» не поделили кольцо Запорожской.